Всем привет! Сегодня готовлю пирожки с тыквой соленые. Начинку, кстати, можно брать любую. Тесто получается очень нежным, воздушным, мягким, при этом оно не дрожжевое. Попробуйте приготовить эти пирожки, уверена, вам они очень понравятся. В миске смешиваем кефир, подсолнечное масло, соль и сахар. Небольшими порциями всыпаем муку. Муку смешиваем с разрыхлителем сразу. И замешиваем тесто. Сначала в миске, а затем перекладываем его на стол и домешиваем руками. Тесто получается очень мягкое, эластичное и не липнет к рукам. Вот такое. Заворачиваем его в пищевую пленку или в пакет и оставляем минут на 20-30 постоять. Тем временем готовлю начинку. Для этого беру лук. Нарезаю на кубики и обжариваю до золотистого цвета. Тыкву натираю на крупной терке и добавляю к ней обжаренный лук. Также добавляю соль и черный молотый перец. Перца не жалейте. Начинка получается благодаря этому очень вкусной и необычной. Думаю, вы такую точно не пробовали. Тесто постояло, теперь разделяю его на 4 части. Каждую часть раскатываю в колбаску, нарезаю на 6 частей. Затем раскатываю в кружочек, добавляю начинку и формирую пирожки. Выкладываю пирожки на форму, застеленную пергаментом. Сверху смазываю яичным желтком и отправляю в духовку. Духовку я заранее разогрела до 180 градусов и выпекаю 25-30 минут. Получаются вот такие румяненькие ароматные пирожки. Начинка очень вкусная и необычная, похожа чем-то даже на фарш. Обязательно приготовьте эти пирожки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!